Жизнь очень длинная. Т.С. Эллиот. Он так не первый сказал. И уж точно не первый так подумал. Но черт возьми, как он прав. Лауреаты премии «Оскар» Джордж Клуни и Грант Хеслов представляют. Ну что, готова? Нет, не готова. Мам, я приехала. Вот и я. Барбара, ты такая большая. Вот это грудь. А в прошлый раз была такой плоской. По пьесе, удостоенной Пулитцеровской премии. Твой отец специально надо мной издевается. Помнишь свою тетю Карен? Опять кто-то новый с ней. Фильм Джона Уэллса. Я знаю, ты уедешь и все. Вот только не надо. Но ты же бросила отца, когда переехала. Вот уж это точно неправда. При том, что была его любимицей. Я очень хочу верить, что родители одинаково любят нас. Конечно, конечно. А подарки на Рождество Санта-Клаус приносит. Семья не дает нам упасть. Я пропустил похороны дяди Беверли. Ничего, главное, что у тебя вот здесь, в сердце. И не дает встать на ноги. Вилл, а где ты теперь живешь? Не понял. Вы же с Барбарой разошлись, да? Или уже развелись? Наверное, любовница молодая, да? Сколько можно об этом? Да. Что ж, тогда я его понимаю. Приятно слышать. В мои годы семья держалась вместе. Мэрил Стрип, Джулия Робертс, Юэн Макгрегор, Крис Купер, Эбигейл Бреслин, Джулиет Льюис, Дермот Малруни, Сэм Шепард. Ты же курить не должна. А есть такие, кто должен курить. Вы что делаете? Пахнет тем, чем я думаю, да? Ты ее отец, помоги мне! Она пытается выжить в этом дурдоме, как умеет. Этот дурдом — моя семья. Да, вот и подумай об этом. Брак — это сложно. Да уж. Я всегда восхищалась, что папа прожил с мамой так долго. Карен, он убил себя. Хорошо, что нам не дано знать будущее. Иначе мы вовсе не поднимались бы из постели. Август. Скоро в кино.